1 июня текущего года вступил в действие федеральный закон о предоставлении 1 гектара земли на Дальнем Востоке. Напомню, пилотными в программе стали 9 районов, в том числе и район Якутии Нерюнгринский. В настоящее время в целях информирования и обучения специалистов уполномоченных органов на территории республики проводятся семинары. В Нерюнгри была проведена встреча с представителями Министерства имущественных и земельных отношений республики и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Задаваемые вопросы разделились на две группы. Это технического характера, о несовершенстве интернет-системы подачи заявок, и вторая группа – несовершенства существующего законодательства. Все эти моменты были разъяснены местным специалистам и потенциальным заявителям. Несмотря на некоторые недоработки, в Нерюнгринском районе уже есть существенные результаты действия закона. На сегодня 210 заявок. У нас 99 заявок аннулировано. То есть это граждане сами заходили, пробовали и убирали. 73 заявки отклонено. Это в основном в первые дни шло отклонение, когда граждане подавали на всю территорию республики, не только в Нерюнгри. 18 отказов – это вот непосредственно при предоставлении земельных участков. Заключенных договоров у нас сейчас 15. Это и на рассмотрении у органов находится порядка 13 заявлений. То есть это уже те, даже 17. Соответственно, это те договоры, которые впоследствии будут заключены.